Ну что, мои хорошие, мы продолжаем с вами готовку. Я же сказала, что мы будем делать с вами из свининочки. Конечно, шурпу делают из курицы, я так думаю. Но курица у нас не замороженная. Ой. Курица у нас не размороженная, поэтому мы сделаем с вами со свининки. Устали мы уже на подножном корму. Все эти гречки, сечки, перловки. Все это, конечно, хорошо, а жидкого хочется всегда. Я уже поставила духовку. Сейчас обрежу тут кое-какое сало. Много сильно. И вот такие на порционные кусочки все сначала пережарю. Все буду делать в мультиварке. Вот у меня что есть, накопилось за 2 дня. Где-то какие-то обрезочки, где-то кое-что. И это нужно все нам упорядочить. Оно все в хорошем состоянии, только кому-то не нравится попка у помидора, кому-то не нравится сердцевинка, кому-то не нравится еще что-то, непонятно что. И вот нам надо сейчас это все с вами пережарить вместе с мяском. И морковочка пойдет в ход, от вчерашней осталось готовки. Все вот такие обрезочки, они все хороши, что им будет. И почему-то очень много осталось помидор. Вот такие обрезки. Это сильно по блатному жить называется. Все это можно обрезать. Так, это не пойдет. Вот такой лучок остается. Никто его у нас не съедает, никому он не нужен. Мы его тоже упорядочим. В шурпе он пойдет весь. Ну а мы с вами солим перчик черный, петрушечку, чили свой перчик. И даем хорошо-хорошо протушиться всему. Так, картошечку мы режем покрупнее.
И тоже ее в шурпу добавляем. Сейчас еще порежем свежего лучка. Добавляем еще помидоры свежие и паприку. Много овощей должно быть. Конечно, шурпу варят с баранины, с говядины, но не со свинины. Но ничего, ничего. Еще простого лучка сверху, чтобы он просто сварился. Добавляем зелени. Пробуем на соль. Я не хочу томатную пасту добавлять. Не люблю ее сильно в супе. И дети ее не сильно супе любят. Я даже борщи, щи не варю с томатной пастой. Все, закрываем свою чудо-мультиварку и даем ей 20 минут варки. А сами убираемся или отдыхаем на диванчике. Вчера некогда было даже попробовать свой салатик. Как он пропитался, какой красивый и вкусный. Сейчас я вам попробовать дам. Ой, смотрите. Мне здесь очень нравится морковка. Про баклажаны я уже молчу, конечно. Баклажаны — это вообще вкус. Ну вот. К шурпе еще салатика наложим. О, какой красавчик. Пожалуйста. Еще хочет, еще наложит. А мой салатик будет вот такой к шурпе. Сяду 2 минутки, поговорю на балкончике. Сегодня нам опять письмо пришло. Жалоба с верхнего этажа. Давно не было, конечно. Пришло, что значит 12 числа в пятницу. Мы вели себя опять непристойно, опять громко, нарушали режим. Мы посмотрели 12 июля, это была пятница. Дети наши были, я уже рассказывала, хорошо, у меня хоть есть теперь доказательства, да, что я веду YouTube, что каждый день делаю отчеты типа того, что в Ютубе рассказываю, чем мы занимаемся. Так вот, в четверг наши дети уехали вечером к родителям и приехали только в субботу вечером. Детей не было. Максим ушел на день рождения, а мы с Константином одни. Чем же мы могли помешать им и что мы могли в пятницу делать такого сногсшибательного, чтобы их так раззадорить? Ну, это человек, я думаю, что больной на голову. Просто есть люди, которые любят жаловаться, да, есть люди, которые любят стучать, есть люди, которые любят еще что-то делать. И все это наш парень. Вы знаете, что мы заметили? У нас моют полы в подъезде люди, да, работники какие-то, не знаю, худой-худой мужчина моет полы. Раньше мыл только по четвергам. Сейчас он моет у нас понедельник, четверг. И, по-моему, даже в субботу приходит. И я так думаю, что только из-за этого стукача, да,
что он стучит, и чтобы человеку не портить репутацию или еще что-то, потому что улыбчивый мужчина моет полы, всегда здоровается, у нас всегда так хорошо все протирает, все делает, потому что я пару раз ему уже по шоколадке дарила. Мне это что, трудно, что ли, подарить шоколадку человеку? Ему приятно, и мне всегда у моей двери, да, всегда чистенько. Нам это вообще за милый мой, да? Где-то что-то кого-то угостить, с кем-то поговорить, с кем-то разговориться, что-то делать, да, такое приятное людям. И вот я так думаю, чтоб этого человека с работы, видимо, не уволили, а может быть, там социальные какие-то работники, но он один и тот же моет постоянно. Так вот, чтобы ему не портить репутацию, или его уже просто они так же замучили, как и нас, своими жалобами. И вот он уже моет 3 раза в неделю. И вы знаете, что заметила? Понедельник выходил, мы куда-то ездили, не помню, и он вышел с этим ведром, да, вылил эту воду и пошел куда-то. То есть такое ощущение, что он моет только один наш подъезд по понедельникам. Вот что творится. Эти уже соседи сверху ни с кем не разговаривают. Как-то одно время они сидели на поляне, там я вам показывала, уже разбивают и домики, и палатки, и грилят, и все на свете делают. Значит, можно что-то делать, да? Кому-то можно, а кому-то нет. По-моему, они сейчас сидят. Сейчас я вам в окошко покажу. По-моему, они уже сейчас разбили там все на свете и сидят опять. Как только погода хорошая, они разбивают, выносят детей всех своих. И сидят, ничего не делают люди. Вот. И они уже туда не ходят. Видимо, и там уже человек, и там уже обосрался, по-русски говоря, да? Уже и там нагадил, наследил, нажаловался, что люди его там не воспринимают и не зовут даже в гости на посиделки. А то прошлым летом он там как званный гость сидел, чуть ли не на лучшем кресле. Но у меня с кухни хорошо видать, я сейчас вам покажу. Сейчас мы с вами посмотрим. По-моему, я уже слышала разговоры, что они уже там сидят, мушкуют. Я делала шурпу, и поэтому не сильно там смотрела. Мне нужно смотреть видео, как снимается, что я говорю, что я режу, пальцы не отрезать себе. Поэтому сейчас я вам покажу, мои хорошие. Вон они, да. Вон они уже сидят. Поставила яйца варить на завтра. Вот так они сидят. Вон, видите? Раз, поближе вам покажу. А то палатки разбивают, гриль выносят. И вот так они сидят. Якобы никому не мешают. Так вот, полячка наша снизу ходит к ним, дружит. А этих нет. Все. Видимо, они тоже там все опохабили, да? Все разжаловали, все порассказали, везде стуканули, везде все поделали. Ну вот, мои яйца закипели. Сейчас мы на однерочку включим, и они дойдут у меня. Мне завтра нужны яйца вареные, капуста тушеная. Я завтра поеду своих пирожков дегустацию делать и хачапурики. Так что, мои хорошие, завтра у меня опять пирожки, хачапури. Вечером, если Артем как нам в гости приедет, у нас беляши. Короче, все из теста. Ну где тут задница похудеет? Тут хоть ходи, хоть броди с утра до вечера в лесу, по лесу или по улице. Никогда ничего не похудеет. Ну и ладно. Лишь бы здоровая была. Честное слово, мне шай-сыгаль, толстая я, худая или еще какая. Мне бы восстановить мою нервную систему. А все остальное, принять улыбчивый вид, да, какая я была раньше, улыбчивая, жизнерадостная, шутила, разговаривала на своем прекрасном языке. Сейчас Аленка уже не та. Не узнать Аленку, ну ничего, ничего. Все будет у нас, все будет хорошо. Вопрос времени. Когда-нибудь. Ну вот,
шурпа наша готова с вами. Вот она, красавица. Можно было бы еще картошечки добавить, конечно. Но нам не картошка с Константином нужна. Нам нужна вот эта вот юшка. Мы устали. О, какая красавица. Запустила жирную муху с шурпой. С какой шурпой? И вот так. Ложечку сметанки. Все. Хотите зелень, хотите лучок, хотите укропчик. Но у нас уже здесь с вами все имеется. Вот такая вкусняшка. Тоже может быть у нас на столе. Пошли обедать.